Дело беглого президента Януковича, которого обвиняют в госизмене, пособничестве российской власти в изменении территориальных границ и введении войны в Украине, будет рассматривать Оболонский райсуд столицы. Так решил сегодня столичный апелляционный суд. Несколько дней назад сюда обратился глава Печерского райсуда с просьбой изменить территориальную подсудность дела. Мол, все его судьи были задействованы на этапе расследования. И по закону рассматривать дело по существу они не могут. Хотя защита Януковича на этом очень настаивала. Когда конкретно состоится первое заседание, пока неизвестно. Эту дату должен определить Оболонский райсуд. Но если обвиняемый продолжит скрываться от украинского правосудия, то, по словам обвинения, процесс может быть и заочным. Это позволяет закон, принятый на прошлой неделе парламентом. Генеральная прокуратура не вручила жодных підозр Віктору Януковичу. Він не вважається підозрюваним. Не вручено також обвинувальний акт. Генеральна прокуратура мала вручити документи через Генеральну прокуратуру Російської Федерації, яка відповіла про свою готовність надавати будь-яку правову допомогу. Сторона обвинувачення виконала всі дії, передбачені статтею 42 КПК України, щодо направлення письмової підозри до всіх відомих адрес проживання та місця знаходження Януковича, а також передана до захисників Януковича для передання самому підозрюваному.